сгоревшая светодиодная лампа. Я где-то ее купил, а где хрен его знает, так что не могу ее поменять. И вот у меня вот это. Я никогда не разбирал светодиодные лампы. Хочу узнать, что в ней находится внутри. Это на 9 ватт лампочка. Вот эта херня пластиковая, она, по идее, должна сюда крепиться на силиконе. Обойный нож и попробовать аккуратно ее снять. Для этого нам надо вытащить подальше лезвие и попробовать. И тут, если туда подсунется это лезвие, и вот так по периметру прорезать ее. Шарик так не повредит. Чтобы остался целый. И заглянуть, что там внутри творится. Заклеено, хорошо заклеено. Может, даже и не на силиконе. Ладно, я долго сделаю. Сейчас сделаю паузу, попрорезаю. Ну, вы поняли, что я... Ну, вот 2 минуты мучений. И она у нас прокручивается и снимается. Вот тут видите, по краю был силикон. У нас все-таки на силиконе. Вот такая фигня. Кстати, интересный такой этот полушарик. Надо интересно придумать с ним вторую жизнь, как можно использовать ее в быту. Мне сразу вот внешний вид, если взять под нее зажигалку, нагреть ее. На тело то приложить. Помните, как раньше вот эти ставили эти банки на спину? Ну, если она не сгорит, и хватит ей туда вакуума собраться, чтобы такие присоски. Ну, может, будет время, я это попробую. И вот смотрим, что внутри. А внутри у нас находятся светодиоды. 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук по периметру. Ну и какая-то фигня. Теперь вот эту бы фигню еще туда снять и проникнуть внутрь, посмотреть, что же ж там находится. Это тоже надо этот силикон. Тоже, наверное, вот так его. Помучиться. Очищу. Ну это вообще тяжело отпадается. Если попробовать сюда ударить, чтобы она сюда снялась, а края посвободнее. Thank you.
просверлить. Попробую еще ножом помучиться. С моим фотоаппаратом что-то произошло, блин. Я снимал, как я вот это при помощи кусачек фигачил лампочку. Вот такое у меня получилось хозяйство. Ну, не судьба вам посмотреть, как я его расфигачил. Ну, скажу, кусачками, молотком расфигачил он на полу. Этот, и вот внутри вот такую фигню все раздобыл. И сейчас пойду к специалисту Виталику, чтобы он оценил, что тут интересного внутри находится. Так, ну это медь, это я понял. Ну да, простой медь. А заклепка из чего? Металл обычный. Простой металл? Конечно, заклепка. А тут ничего, пальцы. Плавка. А вот эти фиговины еще вот так вот. Похоже на это. Не подписано, да? Ну, конечно, не подписано. Выкидывать, короче, ну ладно. Да тут ничего такого нет. Хорошо, я понял. Ну, конденсатор, оно тоже такое себе. А вот этот, в этих бочоночках ничего нет? Нет, обычная, там фольга. Да? Да, это электролит. Это все на смарку? Конечно. Это вот это 9-вольтовое. Я сейчас тебе покажу с евролампы. И смотри, чем они отличаются. Тут 4 таких фиговины, а тут 3 и все синие. Сейчас я высыплю. Она высыпала. Смотри, тут другая чуть-чуть потемнее. Тут видишь, тут что это тоже фигня. Ну это все конденсатор. А вот это пимпа, видишь, торчит. Вот это еще. Да, это тоже, блин, ерунда. Да? Стальная тугоплавка, да. Вот. То же самое, ничего тут такого. Вот вообще ничего. Видишь, тут это 9 больше, а это 10 меньше. Ну, разные фирмы. Так с 9 смотри, сколько всякой фигни, а с 10 поменьше. Короче, просто взвесить медь и посмотреть, сколько я могу наварить. 270 гривен килограмм сейчас нет. Последний раз был, да. Вот видите, вот мастер, ну этот, ну как это, объяснил, что ни хрена смысл лампочек нет разбирать. Но я еще пойду домой взвешу медь, может и смысл есть. Короче, поломались мои весы. Даже не знаю, смогу я весить вот эти медные проволочки. Да, наверное, все-таки на этом прекращу видео. А если я где-то в каком-то магазине зайду, взвешу на вес, узнаю вес, и тогда в описании под видео будет масок, чтобы вы узнали, какой выхлоп получился. Или вторую частью сниму. Всем всего хорошего, с вами был я.